совсем скоро. На Пятом канале состоится премьера второго сезона сериала «Дом с ментами». В новом сезоне зрители ожидают новой встречи с Егором Ожогиным, Анатолием Давыдовым, Михаилом Бельским и Сергеем Атюшиным. Все они сбитые летчики и служба в отдаленном участке. Единственная для них возможность – сохранить работу и звание. Руководство принимает решение поселить сотрудников в старом здании отдела полиции. Многочисленные проверки помещения на соответствие жилищным нормам ни к чему не привели. Оперативникам придется снова жить и работать в одном доме. Район Василькова расширяется. Приезжают новые жильцы, а с ними и новые проблемы. Прямо под носом полиции мошенники открывают колл-центр, воришки подрезают сумки, пропадают люди, совершаются другие преступления. В здании полиции оперативники обнаружат тайник. Благодаря этой находке будет раскрыто старое дело. Анатолий Давыдов наконец-то прочтет «Анну Каренину». И все, благодаря его новой девушке, которая служит актрисой в театре. Мухина отправится на курс повышения квалификации. Будет пытаться выстроить более эффективную работу со своими подчиненными, что приведет к конфликтам. Кроме того, во втором сезоне будет раскрыта ее личная тайна. Зрители узнают, почему полковник постоянно пропадает на работе даже в выходные дни. И дело не только в одиночестве, на это есть и другие причины. К своим ролям вернутся Антон Чернов, Дмитрий Петрухин, Никита Барсуков, Николай Амельяненко, Мария Цветкова-Овсянникова, Кристина Бойцова, Андрей Лаврентьев, Анна Плотникова, Надежда Дугина, Геннадий Спириденков и другие. Премьера второго сезона сериала «Дом с ментами» запланирован на 2025 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.